Всім привіт! Сьогодні в програмі продовжуємо знайомитися з йога-гамаком. Заняття проводить наш тренер Лариса Фомченко. Вітаю вас! Добрий день! Добрий день! Сегодня мы продолжаем занятия с антигравитационной йогой, с йогой-гамаком. И сегодня мы попробуем немножечко освоить процесс трансформации. То есть мы будем выполнять известную, очень известную многим людям, даже не занимающимся йогой с детства, асану, то есть упражнение, которое называется «березка» или «стойка на лопатках». В гамаке она выполняется, то есть из этой позы, из этого упражнения, из позы «березка», можно выходить в очень разные другие позы, тем самым трансформируя березку, например, в голубя. Ну, понятно, что это все очень символично, тем не менее, я думаю, это будет очень интересное занятие. Итак, настраиваемся на занятие. Начнем мы с очень короткой разминки. Соединяем плюс и минус. Включаем внутренний свет. Соединяем внимание с потоком дыхания. Кисти рук складываем в замочек, надавив стопами в пол во время вдоха. Разворачиваем ладошки вверх, растягиваемся. На выдохе ладошки к макушке. Еще раз. Потянулись вверх. Во время выдоха, сместив центр тяжести на стопу левой ноги правую, поднимаем руки в стороны и разворачиваем стопу в голеностопе, кисти рук в запястьях, в обе стороны, как будто бы наматываем нити, затем разматываем, согреваем немножко суставчики. Возвращаем стопы так, чтобы косточки, большие пальчики соприкасались. Кисти рук в замок, стопы давят в пол, вдох. Ладошки развернуты вверх, лопатки к спине, выдох, ладошки к макушке. Дышим носом, спокойно, еще раз вдох. Сместив центр тяжести на стопу правой ноги, поднимаем левую. Руки в стороны и, разогревая суставчики, наматываем воображаемые нити. И разматываем. Замечательно. Еще раз кисти в замочек, вдох. Выдыхаем через стороны, опустив руки. И вспоминаем позу березки, стойка на лопатках. Мы все ее выполняли в школе. Может быть, не только в школе, но сегодня мы выполним ее с помощью йога-гамака. Край гамака за спиной. Расправляем, стоя прямо, и набрасываем на плечевые суставы. Так, полностью расправляем, так, чтобы было как можно меньше складочек. На гамаке у нас есть швы. Изнутри кисти рук держатся за гамак. И посмотрим, то есть расстояние от шва до кисти руки должно быть одинаковое, то есть отцентровываемся. Дальше подтягиваем кисти рук вместе с гамаком к ребрам и опускаем корпус в наклон, полностью расслабив корпус, чувствуем, что плечевые суставы у нас легли в гамак. Не в стороны кисти рук, а к ребрышкам. Локти уйдут вверх. Плечо, только плечо разворачивается. Поднимаем таз и выходим в вертикаль. Наша задача уложить теперь наружные ребра стоп на натянутые ремешки и поднять таз в вертикаль. Скользите, как будто бы по рельсам наружные ребра. Не нужно обнимать гамачок. Замечательно. Руки выпрямляем по краю гамака и еще больше подтягиваем на себя потолок прямыми руками. Прекрасно. Вот такая у нас березка. Викочка, еще больше подтяните на себя потолок. Выше таз, вам будет удобней.
Вам будет удобнее. Выше стопы. Уже ножки. Хорошо. И теперь очень-очень внимательно, соединив внимание со своим дыханием, находим вот по внутренним ощущениям свой центр тяжести. И теперь начинаем сам процесс трансформации. Правая нога уходит вперед. Просто отпустите ее вперед. Руки продолжают тянуть равномерно потолок на себя. Теперь задняя ножка, левая нога уходит назад, не разворачивая таз. Просто опускаем ногу назад. Акцент внимания на левой ноге, той ноге, которая уходит за спину пяточкой. Пяточка к полу, коленка вверх. Максимально натянув, натягивая потолок на себя руками по краю гамака, втягивающее напряжение в коленных чашечках. В обратной последовательности возвращаем левую ногу, правую. Хорошо. Теперь начнем с левой ноги. Левая нога чуть-чуть вперед, то есть перед ремешком, согнув ногу в коленке, да, разворачиваем. Хорошо. Колено ложится на левую часть гамака, стопа на правую. И правую ногу точно так же опускаем назад, натягивая потолок, то есть края гамака руками на себя, открываем грудную клетку. Хорошо, не спеша, возвращаем ножку. Отлично. Следите за тем, чтобы дыхание было все время в вашем внимании, вместе с ощущением центра тяжести. Наше правое бедро идет чуть-чуть назад. Назад. Да, точно так же. Сгибаем ногу в коленке. И, да, голенью обхватываем. Угу. Теперь левое бедро перед гамаком. Пяточка вот сюда, вот. О! Вот. Хорошо. Хорошо. Отлично. Хорошо, возвращаемся, не спеша. У нас сейчас левое бедро будет сзади гамака, коленка в сторону, голенью обхватили. Правая спереди. Соединяем стопы между собой и равномерно натягиваем. То есть очень внимательно обратите внимание на то, какая вот сила напряжения в руках, и стопы давят друг на друга. Теперь можно немножечко трансформировать эту позу. Выводим локти за спину в гамак, складываем замочек и выпрямляем вдоль пола, давим в гамак. И равномерно, разведя коленки максимально широко, равномерно надавливаем стопами друг на друга. Хорошо. Остаются кисти рук в замке за спиной, ноги выпрямляем. И, высвободив кисти рук за спиной в гамаке, расправляем гамачок, опускаем спину. Хорошо. Опускаем спинку. Хорошо. Так. Аккуратненько. Плечи, высвободив пяточки вовнутрь, выпрямляя ноги, вытягиваем из-под корпуса гамак, из-под таза. Хорошо. И теперь выходим из березки. То есть заканчиваем это упражнение, эту связочку разворотом на плечах. Подбородок направлен, то есть ручки средней длины, плечи свободны, локти чуть-чуть направлены в стороны. Выкладываем лопаточки, подбородок к ключицам. Прямые ноги выводим за голову и опускаем в пол. Хорошо. Не отрывая пятки от пола, сгибаем ноги в коленях, ягодицы к пяточкам. Да, лоб к коленкам.
Для того, чтобы высвободить поясничные связочки внутренние, очередной выдох, как можно глубже втягиваем пупок и еще ниже опускаем таз к пяткам, не отрывая стопы от пола, лоб коленкам. Виктория, пяточки в пол. Да, вот, хорошо, хорошо, прекрасно. И теперь стопы сильнее давят в пол, передаем напряжение, подтягиваем колени, выпрямив ноги, отпускаем ручки, висим на прямых ножках, просто расслаблены плечи, шея. Ладошки выводим на бедра над коленками, выпрямляем руки, локти вовнутрь. И сильнее толкнув стопы в пол, напряжение передаем постепенно в мышцы корпуса. Возвращаемся в вертикаль. Мы с вами говорили о том, что нежелательно делать резкие движения после подобных перевернутых асан. Сейчас закрываем глаза, наблюдая за своим дыханием, просто позволяем естественным природным механизмам восстановить кровообращение. Послушаем свое сердце, свое дыхание. Ну вот, в общем, и все. Сьогодні на занятті ми відкрили для себе нові здібності. Міняя форму тіла, ми міняємо і качество. Тобто нова форма, нове качество і якісь сверхспособності, нові способності.